проверяет, какое движение у него есть в локте. Это выглядит, что движение у него очень большое ограничение. Видите, какое у него страшное ограничение в движении локте. У него не приближается лоб. Он не может открыть. Видите, он даже не может это самое. А как зарплату тебе дает деньги? Как тебе? Всей рукой. Нет у него движения, понимаете? Гамло безот. Что это? В обеих руках у него нет движения. Да, и יותר גרוע. Правый намного хуже. Вот, он מנצח, מיד אי. А в дирижисте больше правой рукой, а играешь на рояле. И מיד אי. Аз и היד הראשונה שמתחילה לעשות אותה. Первая рука, которая начинает делать проблем, правильно, это правая рука. אבל עכשיו, כשהוא מנצח עם היד הזאת. А сейчас, когда он держит левой рукой, естественно, начинает чувствовать то же самое, сейчас левой рукой. אין לו את זה, ואין לו גם... Нет у него движения, он не может выпрямить руку. Видите, нет движения. Совсем нет движения. Элло. А вы не ищите телефон? Ковальский говорит, что он петь он может. Слушай, это большой, недалеко совсем. אותו דבר יש לו, סטופ, זה תקשיק שמה. אותו דבר יש לו בעיה של זה. של זה. של זה. Совсем нет у него движения. Я хочу, у тебя в больнице пробовали движения это такие или нет? Нет, мне проверяли на выносливость. Видите, им будет хуха, бабейт хулим. Сколько времени был в больнице? Месяц. Месяц в больнице, это стоит, ходишь бабейт хулим, это стоит 60 тысяч долларов месяц быть в больнице. Понимаете? А его элементарную вещь, или если у него движение, не проверяли. Это элементарно, понимаете? Он не понимает, что тут оперировать, понимаете? Потому что, как приходит это самое, извините меня, в консерваторию учиться пианист, извините меня, ну, я не хочу даже сказать, у него нет рук. И он пошел учиться стать пианистом. Ну, так это то же самое. Я говорю, что ваша страна очень богатая, что держать такого человека в больнице месяц за 60 тысяч долларов может платить. Страна же платила, ты же не платил. Вы видите? Мы учили, страна от чудес. Болит что-нибудь? А это болот, что это зверя машу? Немножко бывает, куда-то в точку попадает, до сюда простреливает один раз. Шумдова. Зело карпультанен. Батуах. Кодин код. Болит машин, да? כל הבעיה שלו באה, בגלל שאין לו אישור במרפא, הוא מחזיק את כל הזמן. כל הפרובלמה הוא יבוא שלו, נטו פרוסטה דוויג'ניה, פרדה, נטו פולנה דוויג'ניה. Это, извините, как врач слушает сердце, и там не слышит он ничего. Ну, так это то же самое движение же, это самое главное, чтобы было полностью движение. כל הבעיה שלו, שאין לו אישור, אין לו תנועה במרפא, ולכן הוא צריך לעשות קומפנסטורי. Потому что как у него нет движения, он делает много компенсации. וזה, ולאט לאט, конечно, медленно он עושה overuse לשרירים פה. Это как называется, это на русском, наверное, чересчур много потребляет мышцы в неправильное направление. Overuse это на английском. ולכן מתחילה בעיה, היא מתחילה פה, והכל פה מאוד דבוק, הכל שם שירים דבוקים, הכל אחד לשני, הם חבילה שלמה. מישהו אני סג'אתי. זה, ככה. נו, אתה רואה, לא רואים אותם פה, הם הולכים. חתיכה אחת. מישצי נבידני סכם שאני דביגיצה, פתאום שאני אפסוף מסטר. אם עושים... עוד דביגית פלצה, מישצי נבידניצה. כשהשרירים הם חופשיים, אתה עושה ככה,
Когда мышцы свободны, ты двигаешь пальцы, каждое мышцы двигается. Коля хадмеем, увед. Каждый мышц работает, у него все вместе, потому что не все сжатые вместе. Чем двуким, чего все рефекаха. Эн тнуа по бихлан, а коль... Тут совсем движения не видно. Коль... Все вместе. Хатиха ולכן, כשהוא מפעיל את האצבעות, כל העסק הזה עובד כמו... זה פתאום שלא רבות את מישהו כקדנו. ולא בעדינות, אז נוצרת שם דלקת. יאתה מת לדלת בספלניה. עכשיו, טוב, לעניין, מה צריך לעשות? שתו ענת הדלת. תכון שזנת שלמי ענת הדלת? он хочет знать, как ей лечиться. Это уже хорошо, потому что некоторые хотят это заниматься пением, а не фортепиано играть. Самое главное, чтобы выпрямить локоть. И это время, и то же самое время работать на мышцы, которые уже стали очень короткие. И они держат локоть в этой неправильной позиции. אז צריך לעבוד באותו זמן עובדים על המוביליזציה שלנו. נדע דלת, כך נדע את זה, מנואל יותר פיבנטור. על הפריקשן של זה. ודלת את הפריקשן. רוצה שאני אראה להם? כן, קצת. אפשר די מהר לקבל תנועה יותר טובה. אונגלי שאתה פוצ'ים ביסטר מושנה פלוצ'י, זה בסנט, שמונה. Это очень стол на самом деле. Понимаете, Шмель, а если бы не было этого стола, да. Вас бы ничто не расслабляло. А так как вы посмотрите на него, да? Так бы надо было подушку. Я тут поднял. Самое главное, терапист находится в удобном положении. Это самое главное. Если вы видите, что с вами кто-то работает, и терапист в неудобном положении, скажите ему, почему вам не сесть на стуле? Но передайте славу наше извинение, что кушетка не соответствует его росту. Царь по латхил, и мобилизация, цехасот, фиксация села. Самое главное сейчас фиксацию сделать локти, фиксацию. Одной рукой он делает, левой рукой делает он фиксацию, а правой рукой, видите, он двигает. Лапиета, ло, цехлимцо по это resting position. Самое главное найти это удобное положение для сустава. ושמה, להתחיל לעשות את המוביליזציה, לא לשבור את המרפק, כי המרפק הוא מברק מאוד מאוד רגיש. לוחת אוצ'ין שושביטלני סוסטף, אינדה בית אוצ'ין אסטרושנה פלקטיום. ואז מתחילים... אוצ'ין ואשנה, שאתה לוחת נקרדה נפורסירובת. Видите, он держит левую руку, он фиксирует локоть, а правой он старается делать это движение. Очень осторожно. עד שאפשר להגיע פה, לעשות מניפולציה של המרפק. הפוטום, נתנה סטרציה סדילת, יש לי מושג את המניפולציה. אתה ככה וגבית, נדמה, מניפולציה, לא? ואתה נצ'לי, הוא דביג, איתם סיוע דביג, תגרעית, יש לו נם פרידות, תוקוי ממנט, ככה ומוזיקה, זה נפסקדה ואיגרעית, פורטיסימו. אוקיי. איגרעית, איגנגדה, אתה כתור שסם הזה. לא, תשאל אותו. בלי? Он говорит, что болит. Ширак и ховши, так видно? Только свободно, свободно. Это кабель вот так, катеф вот тот зман. Это понимаете? Да, и моя там кабель вот так. И он работает, вы не видите, но он работает не только руками, он лобит локтю своей тоже, я имею Ковальский. Он держит это тело, что фиксирует тело локтю. Это как играть извините, на рояле, да? А локтем не играет на рояле. Нет, некоторые произведения играются уже тоже локтями. Сережа, да. У вас была травма в локте первоначально? Нет, не было. Сережа, вы не слышали, он нет. У него было это, надо было играть важный концерт. Опять Рахманинова второй. Нет, он был Рахманинова третий. И перед концертом он так занимался, да, волновался, и после этого у него начался. כשעובדים על זה, חייבים שיהיה מצד השני קונטרה, לא יד באוויר ככה, אסור לעבוד על זה ככה. וידע, שרוקה נבלטה לה סתם שובר עבוד, שידע שרוקה בלה נסתלה. חייבים, במיוחד המרפא, כי הוא רגיש. באמת, את הסמה גלבנה, סמה גלבנה בלניה, כדה וידעתי врача, что вы видели, что на самом деле, что врач, то, что вам делают, вы чувствуете,
что у вас нет ни малейшей в голове сомнения, что что-то может плохо случиться. Если вы думаете, что он что-то делает, и мне плохо случится, потеря времени, да? Вы должны чувствовать, что вы в рогу рука, как вы идете преподавателю. Вы знаете, что вам сказал это Флер, или что вам сказал Зак, или что вам сказал Нейнгауз, это святое. Это так, это на момент. То же самое, если я только врачу, и вы этого не верите, и вы, как он что-то делает, и вы чуть-чуть неудобно, вы должны сказать, или даже, может, пойти к другому врачу. Вы должны быть это, и физически, и психологически верить его. Это не значит, что надо верить его до конца, но когда вы находитесь у него, как вы говорите по-русски, доверяй, а потом проверяй. Но самое главное, и когда, ну, вы должны чувствовать, если он взял вашу руку, вашу шею, вы должны чувствовать, что на самом деле он знает точно, что он делает. И он не спешит. Понимаете? Он не спешит. Еще важнее, поверьте мне, что он не разговаривает с вами насчет Рахманинова второго концерта. Это очень важно. Что он это работает. Иногда я очень люблю, когда Чукче, он был только писатель, но я и писатель, и читатель. Так я очень люблю тоже идти на всякие процедуры профилактические. И иногда я слышу в Нью-Йорке, ой, тот врач, он такой знаменитый, у него такая очередь, он, у него там, ну, он, я говорю, интересно мне пойти, это я люблю идти. Я пойду и смотрю, почему он такой знаменитый? Оказывается, есть такие, которые, значит, они не врачи, но они, можно сказать, ты приходишь к нему, он сразу спрашивает тебя такие вещи, что ты становишься вроде друг. Он тебя знает, что первый раз он тебя видит, но он тебе делает такое чувство, что ты его знаешь уже 10 лет. Понимаете? Ну так я говорю, хорошо, если у тебя нет дома с кем поговорить, у тебя друг, врач, это хорошо. Но в основном я считаю, что мне надо идти к врачу, чтобы лечиться. Что мне болит эта самая кисть, я хочу, чтобы он меня вылечил. Болит мне шея, чтобы он меня вылечил. Ну поговорить может, это не знаю, но не во время процедуры. Я хочу, чтобы меня лечить. Ну некоторые люди, так как в Америке, знаете, не с кем много поговорить, все занятые. Так, знаете, некоторые врачи имеют успех, когда ты приходишь с тобой разговаривать, знаете, это лечение уже, между прочим. Но это, я стараюсь это, в основном это концентрироваться на проблему и делать. И тоже вот видите, вот Кованский, он даже с ними разговаривает. Как ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Что? Жить можно. Что? Он говорит, что ему дышать, он еще дышит. Он еще. Улыбается, камеру на него видя, вот, а вы не улыбались, а он улыбается. Ну, даже сидит. Еще там Амарбек. Выберем его. Товарищ Амарбек, что он скажет? Что он скажет сейчас, чувствуешь? הוא הרבה יותר ישר, תביא את השני. פרימון, לבה. סמטית לבה קרה בכלל רז נצא שאתה, לא? זה שמרפים פה... שאתה בלית? כל זה כואב לו, בטח שכואב לו. כל ה... שאתה מוגבלית, אה. נו, אני אומר שאתה פרימאיה, אני אומר פרימאיה. התנועה... היא דבירג'ניה. עושה ככה. Вижу, да. Ага. Давай сейчас птиха по... Видимо, давай, он уже может даже расти больше. Я хочу пару лесов кесов, да? Да. Ело, ело, это вот мало. Зе я хзор хазара, а вода пара. Он немножко вернется. Вот чатайм. Еще два часа. Вот чатайм, а ходи в хазара. Все будет обратно. Через два часа. Махар, это... Завтра мы тут 8 часов. Коль пам, זה משאיר... Ну, каждый раз, разумеется, вы понимаете, немножко остается.
עד שזה מגיע למצב ש... עד פרקה את הפולנסטיור לדעת. זה הכל מתיישר לגמרי, אין בעיה ליישר אותו. את המורד שו ופרמיס אבי סקיק פרובלם. אין בעיה ליישר אותו, אין בעיה... ניקוי פרובלם איתו נהיית ופרמיס. אסור לחלום פה על לנתח משהו פה. הוא גבית, אני פנימה, ככה איתות אופרציה מושב דלן. צריך פשוט לעבוד על הפרק הזה. פרוסטה רבודת נתת סוסטף. על השרירים פה מסביב. סוסטף, אישתו במושצי, כנראה, שבי נאצל רבודת. לעבוד על סטרצ'ינג, על משיכות, אתה רואה? על סטרצ'ינג של העסק הזה. והוא יסתדר. רגע, לא. איזה, איך תרגילים? אתה חושב שזה חשוב תרגילים? סלאפ. מה? תרגילים חשוב, לא, לא. תרגילים של מה? תרגילים, לידיים. גנרל? לא, לא, לידיים. אני רואה שאתם תרגילים. הוא לא צריך תרגילים עכשיו, הוא עכשיו צריך מינימום עבודה אקטיבית. לא, אבל אם תרגילים קודם, אלא למשוך. רק מתיחות פסיבית. כן, פסיבית. רק פסיבית. זה מה שאתה אומר, הוא שם הגלמנה שלו פסיבני דוויג'ני. הוא לא יכול, הוא כל כך מקוצר פה, אי אפשר למתוח אותו, לאט לאט וככה. צריך למתוח אותו, למתוח, למתוח, ואז לעבוד על האישור. עוד פעם, למתוח, ועד לעבוד על האישור. עכשיו רמי תנות ופרמלת. חלק מהזה הוא יכול למתוח, הוא יכול לעשות לבד. שם, как у вас есть самомобилизация, мне кажется, такое слово на русском. Что сам может делать мобилизацию. מותח, למשל, את זה הוא יכול לעשות לבד. הוא יכול לעשות ככה. כן, זה מותח את הכל, זה מותח מפה. אני אראה כמה תרגילים. רגע, רק את זה, תראה לו את זה. זה תרגיל. Это упражнение, которое может делать... ככה, ככה, ולמתוח את זה. לא, רגע. Это значит, в таком духе, левой рукой тянет правую руку. Это 1000 упражнений есть. Лемтуах это, пойма я. Видите, с левой рукой он тянет правую руку. Ага, ליישר את המרפק ולעשות את המתיחות האלה. И чтобы самое главное, выпрямлять это локоть, да? וזה הוא צריך לעשות לבד, הרבה למתוח את העסק הזה, ואז הוא... אין בעיה לסדר את זה, שזה יהיה בסדר. Это очень легко. אסור עבודה אקטיבית לשרירים עכשיו. Нельзя ему делать активные упражнения. כי יש שם, זה מאוד, זה מודלק, זה כבר. потому что там есть воспаление. ברגע שזה יעבוד עם זה אקטיבי, זה יוצר חומר, יוצר שם חומצה, חומצת חלב. если он будет делать активно, так это будет кислота, какая там есть кислота, когда мышца работает. שמדביק, שגורם להדבקה, которая это... פה צריך לגרום לזה שכל אחד מהאלה יהיה חופשי, שהוא יוכל ללכת כמו ב... בגיטרה, שזה יהיה חופשי. все мышцы были отдельно расслаблены. ולא חבילה אחת. они были все вместе. אוקיי. אוקיי, יש какие-нибудь вопросы насчет этого? нет, спасибо огромное. вот только на анкоре я ему одно упражнение покажу, значит. вот это все попробуйте. положите руки вот так. И вот сейчас именно левой рукой правой дыхает, а дыхает правой расслабьте. А вот левой ты можешь растягивать. Вот стоит во время урока, да. И вот ты можешь это растягивать. Видишь? И выпрямляешь. Видишь? Подрастягиваешь. Чувствуешь, да? Никто не... Вот стоит это самое метро, да, и делаешь это упражнение. Хорошо, когда я вернусь. יד שמאל ומושך את ימין. יד שמאל. כל מתיחות. ככה, ככה, לא חשוב. עיקר, פסי. פסי. Good luck. Вопрос. Вопрос. Закон не имеет отношения к теперешней моей проблеме. Просто мне отравляла всегда жизнь, такая проблема. У меня очень сильно трескались подушечки пальцев, очень глубокие трещины, они... Простите, там... Сейчас, одну минуточку, это мы вам... Есть? Там да, книжки есть. В книжке написано трещины. Да. Ну, во-первых, спасибо огромное, правда? Так, скажите еще кто-то. Ну, у нас вот все, кого мы на... вам решили показать. Николай, и... Николай, все. Николай,
Но из уважения к нашему доктору Елене Николаевне Проньковой, которая, вот Елена Николаевна, которая ведет всех наших пациентов, у нее есть маленькая девочка, и она не вошла в то число, которое мы вам показали. Можно ее посмотреть? Да, наверное. Аня, 20 лет, она играет... Сук? На рояле. Это назад очень интересно. Он правильно говорит, что, конечно, пианисты, потому что они все время сидят. Это скрипачи. Можно потише? Пианисты, так как они все время сидят, конечно, у них больше проблем и больше... нот и больше репертуар. Мы знаем это очень хорошо. Канар, тромбонист, тохте дамида, уехоль, давир, мишкал, уехоль. А другой инструмент, как скрипка, самое главное, что он может это переводить вес на ногу, одну на другую. Он может заниматься и стоя, и может заниматься сидя, и полусидя. Между прочим, я тут мог час сейчас рассказывать, или два часа, у нас есть время, как сидеть. Есть скрипачи или нет? Есть! Ну, вы знаете, вы всю жизнь занимаетесь стоя, а потом идете, если счастливый, в оркестр играть, если вам повезло, извиняюсь. И потом вдруг, после 20 лет, занимаясь стоя, вы вдруг сели, и что случается? Вся биомеханика меняется, потому что все время вы занимались так. А тут вдруг сели, я смотрю в оркестре, один держит ноги так, другой держит ноги так. Никто не знает, как держать ноги, потому что, извините меня, я не шел ни одного преподавателя еще. Я не всех видел преподавателей, но ни одного преподавателя скрипки, который учил, как держать ноги сидеть. И когда ко мне приходят скрипачи, я иногда говорю им, что спиной болю. Даже заметил Айзек Стерн, он говорит, что мне болит спина только тогда, когда играю камерную музыку, потому что маэстро Стерн всю жизнь играет или Брамса, или Бетховена стоя. Рахманинов написал концерт для скрипки, к сожалению. Так значит, и когда он играет это Брамса сидя, или Чайковского трия сидя, да, начинает у него спины, большие боли в спине, потому что своим опытом и прочее, он не знает, как держать ноги. И я только говорю им, когда вы играете, как? Играйте немножко ногами, немножко, чтобы ноги были немного напряжения, чтобы тело держало, держите ноги. Ноги, как спортсмен начинает бегать. Это самое главное, что ноги, штангисты, извините меня, как поднимают штангу. Это же самое главное, ноги, так скрипачи, я не посылаю вас штангу поднимать, но когда вы играете, обращайте внимание на ноги, как вы держите, можно так держать, так как вы чувствуете, я не приходят, знаешь, у меня звук немножко другой появился, говорю, да, говорю, потому что в ногах, и даже стоя, я много упражнений скрипачам даю, как держать ноги, потому что некоторые не знают, или так стоять, или так стоять. И мы работаем много упражнений для скрипачей на ноги. На ноги, на ноги, на ноги. Но это я приеду в следующий раз и буду про скрипачей. А сейчас у нас есть пианисты. Просто скажи. Вам сейчас болит? Сейчас? Вы играете сейчас? Очень мало. Почему вы не играете? Почему вы не играете, если вам не болеет? Когда игра начинает болеть. Мазать легенды заходит. Точно, покажите, где вы снизите красивую эту рубашку. Где вам? На рояле уважаете. Где вам точно покажите? У меня нет, точно так не снизу. Килограмм надо рот бить. То есть это как-то вот оно все меняется. Покажите то, что я вам болит. Бывает вот здесь. На левой руке вот это. Поднимите, пожалуйста. Точно покажите, где вам болит. Все
время разное. Бывает все время. Бывает есть маком, чем три, есть маску. Звук какой-нибудь? Нет, никакого звука, и мне не больно в этот момент. Но просто я теряю возможность попасть туда, куда я хочу. А, контроль, чем будем контроль. Саму на чем будем контроль, так это получается. Но это только на левую. На контроль, ты как бы як сможешь. Будет сейчас концертория? Вместе? С Кисин тоже в конце начался? Свобода. Сейчас проверяет это движение плеча. Держите плечо, держите руку. Держите руку. Держите, держите сильно. 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 Не болит ничего? Болит. А как кое-что? Внизу. Тут? Нет, внизу. Похуй. Держите сильно. Держите, сильно держите. У меня вот еще похоже на то, что Оля рассказывает. Очень похоже. Домеша мазот и ахерет была. Ну, картошку можете чистить еще? Да, но тоже как-то дома, я еще, типа, когда я пишу, мне начинает вот это Матахи, вот болеть. Котлеты? Хочется как бы стряхнуть. Котлеты, ты скажешь, да, по, а сейчас вам рассада собственно. Держите так. Какой плюм? Ничего не болит. Это когда нажимают, там надо. Вот это лохэн. Что тут болит? Что тут болит? Да, там, там. Иро йошевет им яд. Вы не сидите так. Им яд на шулхан. На столе вы держите руку. И котевет, ой, да, ма. Ага, и котевет. Вы держите руку на столе. А вы усадите, а вы май усадите. В основном занимаетесь музыкой, да? Это боль, да, похожа на то, что у вас всегда есть? Лодоме. А, ну, не сильно, но похоже. Это... Да, я умер чисто. Доме, но не дали, за кое поповедят. Да, да. Пока как-то током простреливается. Мы сейчас сделали... Сейчас, они... Фу. Что сейчас чувствуете? Что-то там такое. Тут. Ну да, אני לוחץ, אני משחק פה וכל זה שמה? און נשמה איתם נשוץ את הבועל תודה. לא תם טוב. ויתי, הוא לוחץ פרימאיה, ניקח הוא דיריג'ורה. היא אף פעם לא קיבלה איזושהי מכה פה ממה... מודר נפלוצ'ה את הבועל? במשהו, היא לא... ישבה עם ידה, היא יושבת עם מרפקים על השולחן. ולא בדיוק שזה דיית לוקטי נסו... אני בזום, אני דיית רק נסו שאת נסו. Сейчас проверять щепет, потому что не ясно еще, тут проблема в руке, а может это выходит проблема шеи. Так он сейчас смотрит, как это шея. Вы, надеюсь, на больницу не потратили месяц. Она в больнице не была месяц. Да. Сейчас? Ну, сейчас, секундочку. Вы сейчас хотите вопрос? Да? Насчет этого? Пока. Ага, что вы хотите? Как? Истечный диагноз, блестящий, знаете, физиология.
Допустим, Алексей Владимирович учится полгода и лечится по вашему. Вы гарантируете, что наш обязательный размер получит эти уже осложнения? Поскольку, как все говорили, все знали, ключи, корень, причины. Мы должны делать, что не придумали. Да, так мы говорили. Это только предпосылки дают, допустим, неудобные. Будет тоже неудобно будет так послушаться. Вы то все он все идеально, он с его посадка. Да, но там совершенно важно. У кого Гульда? Где это написано? У Гульда? Где это написано? Про Глен Гульд? У него проблемы в спине? Он не приехал, сидел на границе. Нигде не читал, но еще я читал. Я не думаю, что она учится в Гнесинском институте, а там преподаватель не знает технику. Мне тяжело понять, что люди, которые кончили Московскую консерваторию или Гнесинский институт, они не умеют поставить руки. Мне это тяжело понять. Все же получают что значит поставить руки, если человек имеет неограниченные возможности использовать свой аппарат. Если он может любую проблему техническую решить, как духовную музыку, так и техническую, значит, он получил хорошую школу. Да. Значит, он реализовал себя и может работать, людям отдавать. Да. Если он этого не умеет, значит, это уже не очень хорошая да, школа. Да, правильно. Это потому я и сказал, что очень-очень важно играть мастер-класс. По-русски мастер-класс – это как мастер-класс. Да. Ну, играть другим преподавателям открытые классы, чтобы видели тебя. И ты играл другим преподавателем, слушал другие что же мнения, что не быть, чтобы этот один преподаватель у тебя это все, это, потому что иногда мы не видим, Вы отвечаете себе на вопрос, неужели педагог в училище или консерватории может допустить ошибку или что-то просмотреть? Может. Жизнь показывает, слушайте, что может. Знаете, я даже читал, что некоторые большие государственные нами уважаемые руководители иногда делают ошибки, понимаете. Ну, да, это случается. Но так бывает. Но в основном мы верим это самое государственным руководителям и политическим деятелям. Мы верим. Мы получаем. Вы получаете лечение... Иглы акупанкции, не получаете, как это, банки, как это? Это, между прочим, видите, такое лечение прекрасное, как это, банки, как это? Вакуумный массаж. Вакуумный массаж, это, слушайте, это супер процедура. Но если в Америке вы скажете, что так врач нам скажет, что ты? Приехала с 18 века, у нас же есть антибиотика, мы тебе дадим антибиотику, так ты упадешь на 2 недели, дышать не будешь. Но потом ты придешь, мы тебя будем еще лечить. Другой. Страховка у тебя же хорошая, платит за это, что ты волнуешься. А тут положили банки, бабушка положила банки, ей уже не надо лечиться. Все правильно. Так что с этой страховкой делать? Ты же платишь каждый месяц. $500. Надо использовать ее. Держи сильно руку. Сильно держи. Сопротивляйся. Болит что-нибудь? Что болит? Там, что мы вчера видели, באמת, תפוח אדמה. Это очень похоже на то, что была эта девочка начинается проблема тут это видите по ее движение, что она там. Проблема идет внизу руку. И потому у него слабые пальцы. Можно видеть то же самое вот здесь. Это мышца тут, да? Специально сейчас работает эта мышца.
שתחזיק, שלא ייתן לי לדחוף. דרשיתי. לא ייתן לי לדחוף. גם אין לו כוח, וגם הוא גורם כואב. נמשך בית בולו? דלת בול. בלית לי דלת בול. בלית לי דלת בול. כי הוא חולה פה. פתאום שאתה את המשצה בלנאיה. הוא חולה. וגם צריך להתחיל אותו פרוצדורה ש... אותו שם לצ'ניה, כך מפקש אבל רק. צריך לעשות פה. ואז גם זה... אני לצ'ניה ועשה שזה. איגולקמי, איו לצ'ניה איגולקמי. כי רק אקופונקטורה קיבלה. אני לא מבין באקופונקטורה. קבלסקי говорит, что он лично не занимается иглоукалыванием. אז פה, אני, מה שצריך לעבוד פה, צריך לטפל בזה ויהיה בסדר. אסור לנסות לשבור את זה על ידי, בכוח, על ידי מגינה. ניקון סלוצ'י נהיה צ'רסילו. נו, בקופונקטוריה, וזנאים, וזנאים, יש תקה אמרת, כדה סדנו איגול, כדה מורש נתנו תוצ'קו там, долго и нудно что-то кому-то неприятно делать, но это потом можно делать приятно. Долго неприятно. היא יכולה לשחק, כשעושים לה את זה, היא חורקת שם, היא שומעת את הקריקים שם. אתה סליש נתם את הזבוקי תגיע. מוזיקלי. זאת אני מוזיקלי לזבוקי. את כל התרגלים האלה גם צריך לעשות. אופרשנניה שמש נדלת. לשחרר שם את המערכת. Чтобы расслабить там все, чтобы расслабить скапулу, по-русски это лопатку. Очень хорошо делать ультразвук. Насчет лезера, он говорит, что у него нет опыта, но наверняка это тоже хорошо делает. Локальный ультразвук. Чуть ли случай? Спасибо. Спасибо. Ну вот, выразить благодарность, наверное, очень трудно подобрать слова. Вы все творческие люди, и вы все люди искусства. Сегодня вы видели творчество и искусство в руках наших коллег. Я просто счастлива, что все это мы смогли показать вам. Шмель, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Но я не могу это уйти. Я не могу уйти, если мы сейчас это с доктором Ковалевским что-нибудь не споем и не сыграем. Итак, дорогие коллеги,
наша конференция будет развиваться таким образом. Сейчас у нас обеденный перерыв с часу до двух. И я должна вам сказать, сегодня к нам пришла, и я просто благодарна безумно, Галина Ивановна Поскребышева, это автор вчерашнего обеда. Но единственное, что вот, Галина Ивановна, вы нам, я надеюсь, что вы нам скажете, да? Да. Вот то, что сейчас, давайте после перерыва. Я сейчас скажу. Хорошо. Если можно, до перерыва, на 3 минуты. Одну секунду. Для кого вашего клиента? Нет, ребята? Приехала их хозяйка еды, которая Татьяна. А ребят потерялись, так что, к сожалению, мы сегодня, я не хотела вас огорчать, что сегодня такого вкусного обеда не будет. Страдают хроническим заболеванием желудка. Отсюда точно, а потом 100%. Это первый курс. На втором и третьем курсе 100% заболеваемости. Вы только подумайте об этой статистике. 46% студентов нуждаются в диспансерном наблюдении. И 26% нуждаются в срочной госпитализации. Вот задумайтесь над этими цифрами. Причем 76% студентов приходят на занятия не позавтракав. Можете поинтересоваться у своих. Ваши студенты не могут отличаться от других. Это, наверное, знают и преподаватели, и, к сожалению, сами студенты. И вот моя задача донести до вас, до слушателей, до родителей, до преподавателей, до самих студентов, значит, вот эти вот цифры. И занимаюсь я вот этим адекватным питанием, чтобы обеспечить в первой половине дня нормальное, натуральное питание. Я вам желаю здоровья и всего вам доброго.